Накануне мы рассказывали о том, что наша область находится на первом месте в Центральном федеральном округе по объему предоставленных бизнесу государственных микрозаймов. Благодаря чему удалось добиться такого результата и во что предприниматели вкладывают полученные средства, расскажем далее. Ольга Сизова уже два раза обращалась в фонд содействия предпринимательству Тверской области, работающий в структуре центра «Мой бизнес». Полученные кредиты помогли закупить ей оборудование и открыть собственную кондитерскую. Теперь она решила там же получить еще один микрозайм на дальнейшее расширение производства. Условия очень демократичные. Есть специальная программа для женщин-бизнесменов. Да, там от 4,5% могут выдать кредит. Но это, конечно, по нашей жизни очень-очень выгодный процент. И таких, как Ольга, в нашей области очень много. Только за первые 6 месяцев текущего года фонд содействия предпринимательству выдал 166 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму более 437 миллионов рублей. Это лучший показатель в ЦФО. При среднем объеме таких кредитов на сумму 259 миллионов. Одним из самых популярных в нашем регионе является продукт под названием «Старт». Его предоставляют начинающим предпринимателям, сотрудникам деятельности до 2 лет. В сумме до 2 миллионов рублей на срок 36 месяцев поставку 2% годовых. Этот займ можно использовать на развитие своего бизнеса. И в настоящее время наши предприниматели находят возможности использовать его и на пополнение оборотных средств, и на обновление основных фондов. Также большим спросом пользуется программа проекта туризма. По ней привлекается заем в размере до 5 миллионов рублей всего под 1% годовых на срок до 7 лет. Средства можно потратить на приобретение, реконструкцию, капитальный ремонт объектов туриндустрии, а также на возведение менее масштабных сооружений, например, столь модных сейчас глэмпингов.